Здравствуйте, в эфире информационная программа «Республика», в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Красная зона. Для лечения ковидных больных подготовлено 1500 коек. Забор раздора. Жители столицы Чувашии недовольны новым ограждением вокруг театра оперы и балета. На своей волне. Национальное радио Чувашии и Таванрадио расширяют зону вещания. Обманутые дольщики, отсутствие необходимой инфраструктуры на земельных участках многодетных семей, медленное благоустройство населенных пунктов – это лишь немногие проблемы, с которыми жители Чувашии обратились к главе региона. Сегодня Олег Николаев провел очередной прием граждан по личным вопросам. Вера Федорова обратилась к главе Чувашии от лица многодетных семей Алатыря. В 2013 году более 40 семей получили земельные участки на улице Менделеева. С тех лет из обещанных коммуникаций провели лишь газ и свет. Сейчас у нас вопрос стоит по канализации центральной и водоснабжению. Да. Сколько домов построили? Построено, введено в эксплуатацию 3 дома, еще 3 дома под крышей. Также начинают вот... А сколько участков? 49 участков. 49 участков. То есть люди пока не хотят из-за того, что нет вот этих вот жизненно необходимых коммуникаций. Я со своей стороны дал поручение администрациям, чтобы провели тотальный опрос вас, многодетные семьи. Но если никто свои дома не построит, получается, мы впустую потратили эти деньги. Надо этим заниматься, срочно заниматься. Срочных решений хотелось бы и обманутым дольщикам жилого комплекса «Ривьера». Но застройщик сейчас банкрот, идут суды. Мы уже 2 года прошли такие азы ада. У нас еще суд будет вот послезавтра. Разнервничался. Куда мы только не обращались. Минстрой как на работу ходили. Мы прошли прокуратуру, следственный комитет. Еще 5 лет назад обманутые дольщики так и остались бы без своих квартир. Теперь эта проблема решается за счет Фонда защиты прав граждан. В феврале 2020 года долгострой на площади Речников включили в единый реестр проблемных объектов. Судебные тяжбы – дело долгое, но результат будет. По плану, в середине 2021 года начнут достраивать объект. Суды – это значит, идут споры, кто кому сколько должен. И после того, как подобьем балансы, кто кому сколько должен, мы можем оценить, сколько еще нужно денег для того, чтобы достроить объект. И после этого уже начинаем выделять деньги из Фонда защиты прав дольщиков для того, чтобы достроить этот объект и выдать вам те квартиры, которые предполагалось построить. И Минстрой, и я лично в еженедельном формате контролируем ход реализации конкурсных процедур по всем проблемным объектам. Я знаю по каждому объекту, как идут дела, на какой стадии и примерно в какие сроки пойдут работы. Решение вопросов Олег Николаев взял под личный контроль, в том числе благоустройство малых населенных пунктов, таких как село Ильина-Гора Ядринского района. Ряд обращений рассмотрят профильные ведомства. Вокруг Чувашского государственного театра оперы и балета в столице республики активными темпами идет установка ограждения. Жители отреагировали на это возмущенными комментариями в социальных сетях. Зачем вдруг понадобился забор на этом открытом пространстве, выясняла наша съемочная группа. «Вместе остановим постройку забора». Такой хэштег в социальных сетях запустили неравнодушные чебоксарцы, чтобы привлечь внимание властей. Горожане требуют его убрать. Забор перекрывает движение пешеходам, да и дизайн ограждения оставляет желать лучшего. Как уверяет директор театра, причиной такого решения стало еще прошлогоднее предписание антитеррористической комиссии. Здание отнесли к категории, требующей особой защищенности. Это Чувашский театр оперы и балета. Он отнесен к первой категории. То есть там должны быть организованы максимальные условия для обеспечения безопасности. Связано это с тем, что там почти 900 посадочных мест для зрителей. Порядка 300 сотрудников работает в театре. И, соответственно, объект находится под постоянным контролем всех правоохранительных структур. Организация вправе устанавливать ограждение на своей территории, но только при согласовании вида и типа забора в управлении архитектуры и градостроительства города Чебоксары. Этого сделано не было. Инцидентом заинтересовалась прокуратура города Чебоксары. В настоящее время организована проверка. В рамках этой проверки будет дана оценка основаниям установления этих ограждений, соответствию их действующему законодательству. Но в случае установления фактов нарушения законодательства, разумеется, нами будут приняты меры прокурорского реагирования.
По мнению Валерия Клементьева, доступ на территорию театра никому не ограничен, а в дни спектаклей шлагбаумы будут подняты. Но жители опасаются, что такие заборы появятся и в других местах, и они точно не украсят облик столицы. Ольга Семенова, Александр Атюков, Республика. Вурнасская СОЖ номер 1 открыла свои двери. Как и обещали строители, 19 октября учебный процесс возобновился в плановом режиме. В образовательном учреждении сегодня побывал глава региона Олег Николаев. Напомним, школа не была готова к новому учебному году. Администрации пришлось разорвать контракт с недобросовестным подрядчиком и найти другого. Все это уже в прошлом. Более 800 учеников школы приступили к привычному учебному процессу. Глава республики посмотрел, что успел сделать за короткий срок новый подрядчик. К зданию подведено тепло. Полностью выполнены работы по водопроводу, отделке помещений, ремонту системы вентиляции в столовой. Установлены навесные потолки. В актовом зале сделаны новые полы. Сегодняшняя поездка лишний раз подтверждает, что нами взят правильное направление. Организация в дальнейшем строительных и работ по капитальному ремонту учреждений культуры, социальной сферы и иных работ, которые связаны со строительством как дорог, так и в целом объектов, с тем, чтобы этот процесс проходил через службу единого заказчика, который бы организовывал процесс проектирования, организации строительного процесса, сдачи объектов в эксплуатацию. Но при этом отраслевые министерства, органы муниципальной власти должны обеспечивать авторский надзор и функциональный контроль с тем, чтобы объекты соответствовали тем первоначальным заданным параметрам в рамках технического задания. Ни один выпуск нашей программы не обходится без информации о ситуации с ковидом. Обстановка напряженная. В 10 медицинских учреждениях республики создано около 1500 коек для лечения больных опасным вирусом. На переднем крае борьбы вновь медицинские работники. Сегодня уже нет речи об обеспечении медицинских учреждений республики необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Резервов достаточно. Приобретены дополнительные аппараты ИВЛ, подготовлены места в обсерватории. Красные зоны во всех медучреждениях расположены вдалеке от других отделений. По ту сторону шлюза идет интенсивная работа. В жарких комбинезонах, запотевших очках и плотных респираторах медики проводят по 6 часов без перерыва. Приобретенный опыт стоит дорого. Когда мы одевали впервые этот костюм защитный, индивидуальный защитный костюм, когда впервые шли и входили в красную зону, было такое ощущение, что ты идешь по знакомым, кажется, коридорам, но все это оказывается пока еще не твое, и все неузнаваемое. И вообще у меня первое впечатление было, как будто бы меня вот запустили в космос. Это уже наработанная, четкая программа ведения пациентов разного вида тяжести, и средней, и легкой, и тяжелой. И мы знаем, как уже вести себя в этой ситуации. Осознание того, что они спасают человеческие жизни, придает врачам и медсестрам сил и энергии. Мне нравится то, что я могу оказывать помощь пациентам. Они нуждаются в моей помощи. И их выздоровление, от их выздоровления я вижу результат своей работы. И это меня очень радует. Пациентам с коронавирусом, имеющим тяжелые патологии, проводят и экстренные операции. За этот год в многопрофильном хирургическом корпусе БСМП провели более 300 вмешательств, более 70 на трахеи, чтобы обеспечить доступ воздуха в легкие. Сочетание коронавируса в небольничной пневмонии с какой-то другой тяжелой патологией, требующие, возможно, даже оперативного лечения, мы называем экстраковид. Пациентов с экстраковидом находится в учреждении, поступает порядка 20-25%. То есть это достаточно большой удельный вес. Опять же, повторюсь, требующий готовности всех наших служб в круглосуточном режиме. Возможности проведения операций и днем, и ночью. Такие пациенты относятся к одним из самых тяжелых в хирургии. Врачам довольно сложно. Вот. Поэтому сначала мы лечим, пытаемся какое-то время найти для отсрочивания операции, чтобы вывести их тяжелого состояния с вирусной пневмонии, потому что они поступают с дыхательной недостаточностью. Вот. И затем после предоперационной подготовки больного берется на операцию.
Борьба за жизни людей не останавливается ни на минуту. Инесса Потапова, Александр Атиков, Республика. Более 800 жителей Чувашии подали заявки на получение цифровых сертификатов. Республика входит в число активных регионов в проекте «Персональные цифровые сертификаты». Документ дает право на бесплатное обучение на курсах по компетенциям цифровой экономики, программированию, цифровому маркетингу, большим данным, кибербезопасности и другим направлениям. В 2020 году пройти обучение по сертификату смогут 33 тысячи человек из 48 регионов России, включая Чувашию. Заявки еще принимаются на сайте «Цифровой сертификат». Сертификат.рф. Обучение проходит для людей с разным уровнем подготовки в дистанционном формате. С 1 октября в Чувашии стартовал осенний призыв на военную службу. Первая команда новобранцев уже отправилась к местам назначения. Около 40 юношей из Батыревского и Комсомольского районов городов Канаш, Новочебоксарска и Чебоксары отправились служить в сухопутные войска в Московскую область. Перед отправкой все прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Призывники обеспечены средствами индивидуальной защиты, одноразовыми медицинскими масками и перчатками. В республике появится мемориал в память о тех, кто строил Сурский и Казанский рубежи. Проект получил поддержку Минкультуры России и Военно-исторического общества. Участок земли под масштабное строительство на площади в 3 гектара уже выделен. Тему продолжит Наталья Мальчикова. Ветер колышет память прошедших лет, но совсем скоро заросшая бурьяном эта земля преобразится. Через год здесь воздвигнут памятник в честь строителей безмолвных рубежей. Работа по увековечиванию бесценных страниц истории уже началась. Замечательство нашего района Кутлавказым, в нашей сельской школе, и мы приняли решение о том, что будем собираться ежемесячно на этом организационном собрании и будем готовиться собирать материалы. Историю нужно оставлять нашим детям. Будущий мемориал – это символ стойкости и мужества тех, кто в годы войны работал в ТУ. Тогда каждый третий был строитель в Лаптях. Вспоминают рассказы родных местные. В основном женщины, подростки, старики. Свои герои есть в каждой семье. Участвовали в реке окопов и блиндажей возле села Байгулово Прохор Иван Никитич и Прохор Валентина Ивановна. Прохор Иван Никитич в 1942 году, в марте месяце, добровольно ушел на фронт. Хотя у него левый глаз не видел. Вспоминал, трудное было время, когда окопы рыли. Холод, мороз стоял, снег очень большой, глубокий уже. Подогревали землю, киркой, лопатой, ломом работали. Ольга Плотникова, как сейчас, помнит рассказы близких. Она одна из тех, кто безвозмездно отдал свой земельный участок под строительство мемориального комплекса. Поминаешь, что рассказывали наши деды, бабушки, мамы, папы. Им тоже не было легко в это время. Дедушки воевали на гражданской и Великой Отечественной войне. Мама и эта бабушка, они участвовали на окопах. Она участвовала, ей только 10 лет было, 10-12 лет. Краснова Нина Калистратовна. У меня две бабушки и по материнской линии, и по отцовской линии участвовали в этом оборонительном рубеже. Но мои обе дедушки, это участники Великой Отечественной войны, один пропал без вести еще в 1942 году, другой вернулся с победой. Ихний труд мы, нынешнее поколение, всегда должны уважать и вспоминать, и оставить в памяти. Сурские и Казанские рубежи – история, знать и помнить которую обязан каждый, считает Николай Трокин. Бережно хранят ее байгуловцы. Инициативные жители собрали именно тех, кто стоял за победу. Из более 400 солдат тогда вернулись лишь часть. Это мой отец. Трокин Николай Спиридонович. В боях под Смоленском участвовал, освободил, и Тулу освободил. И там он контузию получил, и вернулся домой, инвалидом второй группы. Наступление, говорит, было, попал, говорит, под бомбежку, не закрыл, говорит, землей. Так, говорит, еле вытащили меня, говорит, санитарки, говорит. Новый памятник появится к ноябрю 2021 года. Как именно будет выглядеть сооружение, решат после Всероссийского творческого конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение. Помимо главного мемориала в Козловском районе, стелла в честь подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей установят и в других муниципалитетах. Там, где возводились линии обороны в годы Великой Отечественной войны. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Дмитрий Салманов, Республика.
Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца выиграл грант главы республики на постановку театрализованного действия под названием «Сурский рубеж. Помни, знай, не забывай». Сегодня коллектив провел первую репетицию. Зима. Мороз стоял трескучий. А люди ломом и киркой крушили эти кучи. Они выстояли, построили, смогли. По сути, это историческая реконструкция одного из самых важных событий времен войны. Только вместо берега Суры – сцена. И инструмент воплощения замысла другой – поэтический и танцевальный. Театрализованное представление основано на письмах, дневниках и рассказах участников строительства Сурского оборонительного рубежа в морозную зиму 41-42 годов. Именно воспоминания легли в основу сюжета данного сценария. И примечательно, что в момент общения с людьми, которые непосредственно строили этот Сурский рубеж, мы узнавали мелкие детали. Именно они вошли в сюжетную линию нашего спектакля. Идет процесс работы над театрализованной программой. Сейчас подготовлены некоторые эпизоды. Мы планируем, что премьерные показы состоятся уже в мае-июне 2021 года. Большую смысловую нагрузку несет хор. Звучат голоса участников. Это строки из писем, воспоминаний. Много военных песен, с помощью которых воссоздается атмосфера тех трагических дней и ночей. Война. Сколько жизней унесла она. По скольким судьбам прошла. Оставляя свой страшный, кровавый след. Сурский рубеж. Помни, знай, не забывай. Авторы уверены, что военно-патриотическая программа пополнит Национальный фонд культуры Чувашии. Национальное радио Чувашии и Таван Радио расширяют зону вещания. Сегодня их аудитория пополнилась жителями Яльчиковского, Янтиковского и Маргаушского районов. Свое вещание Национальное радио начинало с двух передатчиков в Цивильске и Ибресях. Их мощности не хватало, чтобы покрыть всю территорию республики. Не было сигнала и в столице. Таван радио, наоборот, вещал только в Чебоксарах, но его не было слышно в районах. У каждого радиоканала свой слушатель. Журналисты Национального радио делают упор на создание различных тематических программ, а на Таване больше внимания уделяют формированию музыкального контента. Так что оба радиоканала востребованы как в городах, так и на селе. Вопрос расширения зоны вещания поднимался на уровне правительства республики. В течение последних двух лет новые передатчики заработали в Алатыре, Батырево, Ибресях, Шамурше, Ядрине и Маргаушах. Эта масштабная работа близится к завершению. Теперь качественный сигнал есть в Яльчиковском, Янтиковском и Маргаушском районах. Жители ближайших районов, там вот Чебоксарского района, Цивильского района, которые имели какую-то такую опосредованную возможность слушать наши радиостанции, всегда к нам обращались. Когда вы обеспечите такую качественную радио, возможность приема радиосигналов? Было принято решение о расширении сети вещания. Мы на сегодняшний день обеспечиваем покрытие радиосигналами Национального радио и Таван радио 95% территории Чувашской республики. Теперь у радиослушателей есть выбор. Обе станции работают круглосуточно на двух языках. Несколько десятков разнообразных программ, новости каждый час, прямые включения с мест событий, популярная музыка, а главное – качественный звук. Национальное радио и Таван вышли на новый уровень вещания. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика. Опытные и начинающие. В Комсомольском и Яльчиковском районах прошел форум «Мой бизнес». Какими сложностями сталкиваются предприниматели, кому идти за помощью? Об этом вы узнаете прямо сейчас, а я с вами прощаюсь до завтра. До новых встреч. Разработка проекта, подписание договоров, поиск помещений для работы, создание и развитие собственного дела – задача не из легких. Встреча, мне кажется, очень полезна для начинающих предпринимателей, которые боятся рискнуть начать свое дело. В нашем районе осуществляют деятельность в основном предприниматели уже старшего поколения, так сказать, молодых предпринимателей, таких желающих начать свой бизнес у нас не так много. В регионе есть множество мер поддержки
для представителей малого и среднего бизнеса. Заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Денис Спирин подчеркнул, одно из направлений, которое активно поддерживается государством – туризм. Также в ходе мероприятия предприниматели активно задавали интересующие их вопросы. Если я платил в прошлом году 7 тысяч за здание, которое 10 на 10, за магазин, то сейчас, в этом году, 106 тысяч пришло. Как нам быть индивидуальным предприятием, которое содержит магазины, это в сельской местности? Здесь, как правило, возникает самый главный момент зачастую не в налоговой ставке, а в самой оценке. Нужно внимательно посмотреть на эту кадастровую оценку. И если у вас есть вопросы, вы имеете полное право сделать независимую оценку и предоставить ее на комиссию в Министерстве экономического развития и имущественных отношений. Имущественный блок проведет на комиссии, рассмотрит вашу оценку. Такие ситуации действительно бывают, когда кадастровая стоимость, значит, основным оценщиком была завышена. Представители местного бизнеса охотно приходят на такие встречи, зная, что их ждут консультации профессионалов. На этом форуме, да, есть очень много полезного. Они толково объяснили, кто к ним обращается, кому они помогают и в чем и как они помогают. Конкретные примеры успешного ведения бизнеса вдохновляют начинающих. К примеру, несколько лет назад Комсомольский молочный комбинат воспользовался поддержкой государства и получил грант в размере 24 миллиона рублей. Мы, как компания, воспользуемся этой возможностью. Могу вам сказать, что это повлияло нашему комбинату развиться за последние годы, увеличить штат, увеличить объем производства. Дни малого и среднего предпринимательства традиционно проходят во всех районах и городах республики. Следующая встреча с бизнес-сообществом пройдет в Красночитайском, Ядринском и Маргаушском районах. Инесса Потапова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика.